Друзья, всем привет! Меня зовут Женя, вы находитесь на моем канале о творчестве. А сегодня заканчивается июнь месяц, а это значит, что пора подводить итоги этого творческого кусочка времени. Знаете, я думала, что это будет не самый насыщенный месяц в моей творческой жизни, однако я ошибалась. Он был насыщен и новостями на канале, и какими-то вязаными изделиями. Я даже думала, что я не успею повышивать в этом месяце, однако я немножечко успела, буквально в самом конце. Показывать я работать не буду, но хочу сказать, что даже за вышивку я успела взяться. Ну что ж, обо всем по порядку. Итак, моему каналу стукнуло уже 2 месяца. Количество подписчиков растет каждый день, и это не может меня не радовать. Хотя, честно признаюсь, в начале месяца я думала бросить все и больше не снимать, но YouTube затягивает и выдает волшебный пендель. Волшебный пендель для того, чтобы снимать, для того, чтобы что-то делать, вязать и вам показывать. Ну что ж, можно сказать, что это был достаточно насыщенный месяц относительно канала. Количество подписчиков, я думала, хотя бы вдвое бы увеличилось, а оказалось, увеличилось гораздо больше. В этом же месяце я словила и первые дизлайки, и плохие комментарии, но меня это не расстроило ни на грамм. Что еще? Мой тег, который в прошлом месяце снимала, тоже пошел потихонечку работать. На него уже ответила одна девушка, чему я несказанно рада. Если даже один человек ответил на мой тег, значит, я его не зря писала. Что еще интересного на моем канале произошло за этот месяц? Конечно же, у меня вышли первые мастер-классы. Это мастер-класс на узор ажурный спицами и на мой кардиган, который я вязала в прошлом месяце. Ну, пожалуй, это все о канале, не будем долго затягивать, но о волшебном пенделе поговорим побольше и по насыщенней. Итак, волшебный пендель заключался в том, что я, мотивированная тем, что надо что-то большое, интересное и красивое показать на канале, в готовых работах, я все-таки довязала свою юбку. Это было непросто, потому что она начала мне надоедать, и я уже думала бросить ее или вообще распустить. Были и такие мысли, но тем не менее я ее довязала, и в принципе результатом я осталась довольна. Значит, поподробнее. Начнем сначала. Начала я эту юбку вязать в мае месяце из пряжи Семеновской Ирина, в которой 34 метра на 100 грамм, в составе 66% мерсеризованного хлопка и 34% вискозы. У меня было 400 грамм, я еще докупала 200, но осталось достаточно много, этот моток почти полный, и еще где-то половинка, то есть где-то расход 450 грамм на юбку, размера 48, длиной по колено. Мне это где-то от пояса до низа изделия примерно 55 сантиметров. Я не буду говорить точно, не измеряла, но около 55-57 сантиметров от пояса до низа изделия. Об этой пряже я ругалась в прошлом месяце. Если интересно, вы можете посмотреть за прошлый месяц выпуска моих готовых работах. Но в целом пряжа неплохая. Неплохая пряжа. Она очень шелковистая в лицевой глади. Она немножечко блестит. Но пряжа не любит плохого настроения или изменчивого настроения при вязании. Потому что если вы вяжете неравномерно, у вас плотность гуляет, то эта пряжа, естественно, все это показывает. Внизу изделия у меня выполнен один раппорт ажурного узора из книги 260, по-моему, узоров японских. Но достаточно интересно. Единственный минус этого
этой задумки состоит в том, что я пустила этот рапорт только один. Может быть, если бы их было два или три, например, то есть полоса была шире, этот узор не норовил бы подвернуться на лицевую сторону юбки. Поэтому, что ж, ну, сделала, что сделала. Расскажу о вязании поподробнее. Набирала я на спице номер 2, 527 петель. И плюс одна еще для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Провязала один раппорт этого узора. Дальше вязала лицевой гладью без убавок. Дошла до нужной длины мне. И эти 527 петель я раскидала на две спицы. Тут на переднюю и на заднюю. Через одну петлю я раскидала. И на каждой спице я провязала 4 рядочка резинки 1 на 1. Дальше я вложила обычную эластичную резинку, которая продается в любом магазине для шитья. Провязала еще один ряд по 2 петли вместе, то есть и с передней, и с задней спицы. Таким образом я закрыла, да, зашила этот шов и потом закрыла край изделия с накидами. Да, резинку на 1 на 1 я закрыла просто спицами с накидами. По низу изделия я обвязала рачьим шагом, надеялась, что не будет заворачиваться. Но это ничего не изменило практически. Что я делала с этой юбкой после того, как я ее связала, да и во время того, как я ее вязала? Я ее отпаривала, я ее стирала, я ее, вывязав 4 мотка, я ее намочила и оставила висеть, да, приколола прищепками на веревку, оставила висеть, думала, и вытянется, потому что я предполагала длину по колено, может быть, даже чуть ниже колена, и думала, что моя юбка вытянется, потому что я знала, скажем так, из различных источников, что вискоза тянется. Не в моем случае, потому что моя юбка не изменилась в длину практически никак. Ну, на сантиметр, может быть, на полтора она вытянулась, но вытянулась она из-за чего, пожалуй? Пожалуй, она и вытянулась из-за того, что я блокировала узор. Я эту юбку, довязав, замочила на ночь в моющем средстве, потом постирала и на полоскание на отжим отправила в машинку. Все это отжала, достала из машинки, разложила горизонтально на простыни, на кровати, и иголками зафиксировала все вот эти фестончики, да, все вот эти вот ажурчики я заколола иголками. И она сохла у меня чуть больше суток. Высохла, я ее сняла и, ну, больше чем на сантиметра полтора она не вытянулась. В целом работой я довольна, если не считать тех косяков, которые предоставила мне пряжа, о которых я говорила в прошлом месяце. Вязать из этой пряжи я буду только для того, чтобы извязать остатки этой пряжи. Может быть, тут на какой-нибудь топ хватит 150 грамм, ну, может, дополню потом каким-нибудь хлопком или еще чем-то. А может быть, на детское изделие пойдет, на детское платьице. Ну, посмотрим. Поживем, увидим. В общем, одна готовая работа, благодаря волшебному пенделю моего канала, готова. В целом, я ею довольна. Фотографии я не покажу, не потому что я жадина, говядина, соленый огурец, а потому что я не смогла отфотографировать, потому что московская погода дарит нам подарок. После жары в 35 градусов у нас температура за бортом плюс 13 и льет второй день дождь. Ладно, не будем о грустном и поедем дальше. А дальше я связала жакетик для сына из хлопка крючком. А из какого хлопка я вязала, спросите вы, и я вам отвечу. Это была пряжа летняя от Пехорки, 100% мерсеризированный хлопок, 330 метров на 100 грамм. И рекомендуют его вязать спицами номер 5, но я вязала крючком номер 3. Крючок здесь не рекомендуется, но тем не менее вполне возможно. Цвета желток и изумруд.
Расход пряжи получился такой, что в принципе двух мотков летней пряжи вам хватит на то, чтобы связать подобный жакетик на размер 80, да, на рост ребенка 80 сантиметров. Однако у меня получилось так, что земленой гораздо меньше ушло пряжи, и я покупала два желтых мотка и один изумрудный моток. Вот, и таким образом у меня ушло 150-160 грамм, где-то так, но желтого ушло больше. Если располагать полоски иным образом, оно, конечно же, будет лучше. Вязала я практически без швов. Я набрала цепочку из воздушных петель, приложила ее к имеющейся у меня кофточке, вязала до пройм, потом разделила на три части полотно. Ну, в общем, все стандартно. Вывязала полочки, сшила их крючком швом на внешнюю сторону изделия. Ну, в общем, что-то такое у меня получилось. И потом вывязала рукавчики из проймы просто. Ну, получились такие немножечко крылышки ангелочка. Но мне понравилось. И да, это месяц можно назвать месяцем рачьего шага. Месяцем рачьего шага. Почему? Потому что в обоих моих крупных, достаточно, ну или не очень крупных изделиях, у меня использован рачий шаг. Да, здесь обвязано полностью по всем краям жакетик, да, обвязан рачьим шагом. Пришиты пуговки желтенькие. Три штучки для того, чтобы можно было его застегнуть. Но проймы я не вывязывала, потому что дырочки на ажурном крючковом полотне — это нормально. Вот. Лацканы я просто прихватила ниточкой. Они здесь так вот замечательно лежат. На ребенке смотрится здорово. На прохладный летний вечерок, мне кажется, очень здорово для ребенка. Мне кажется, можно связать такую и для мальчика, и для девочки. Если у меня будет желание, я сниму мастер-класс. А может, и не сниму. Посмотрим. Вы спросите, почему я так не уверена, снимать мне мастер-класс на кофточку или не снимать. В прошлом месяце, опять же, я говорила о том, что я сниму мастер-класс на пинетке. Я ставлю фотографию, и что вы думаете, я его сняла? Ну, для того, конечно, были причины. Первую половину месяца я не могла снимать, я была у мамы в гостях и занята была совершенно другими делами. Но вторую половину месяца тоже не получилось. Для начала доблестные работники неких московских служб решили менять бордюры в нашем районе. И шум от отбойного молотка перебивал мой голос совершенно. Поэтому, ну, смысл снимать мастер-класс. А потом зарядил дождь. И теперь я не знаю, когда я сниму мастер-класс, но я обязана сделать это за эту вот неделю, которая предстоит у меня. Почему? А потому что у меня связалась одна пинетка. Это уже немножечко другая пинетка. Она связана, конечно же, по тому же принципу, но она отличается. Здесь нету верхней оборочки. Вот, и немножечко по-другому связан носок. Я сниму мастер-класс, дай только погода наладится. Вот, погода отвратительная, и, может быть, я сегодня очень нудная, но я надеюсь, вы меня простите. Вот такая пинетка вышла. Она декорирована бантиком. В принципе, такие пинетки, можно творить с ними все, что угодно. Они будут красивые в любом случае. Сюда можно и резиночку какую-то вставить, дабы не мучиться с завязыванием бантиком. Пинетки эти очень красивые, и их можно по-разному украшать. Можно вставить резиночку, и тогда не нужно будет вставлять ленту, чтобы завязывать бантик. И пинетка будет держаться хорошо на ноге. Можно вязать оборки, а можно их пришить как кружево. Их можно сделать и для девочки, и для мальчика. Мне кажется, классные пинетки. Я сниму мастер-класс, потому что, ну, вы видите, на большую ножку, на ножку 8-месячного уже ребенка связано. Вот. Мне нужно связать их за неделю, вторую штуку, потому что в конце следующей недели мы крестим ребенка.
Кристина с мая месяца, к сожалению, перенеслись, и за месяц ребенок вырос, пришлось вязать вторую пару. И для того, чтобы не вязать лишнюю, ненужную никому пинетку, я решила, что я свяжу вторую пинетку вот и сниму для вас мастер-класс. Я надеюсь, мне это удастся, и погода, и рабочие дадут мне это сделать. Украсим наши каланхои пинетками и поговорим об игрушках. Всем привет! Это Лиз Борис. Это Лиз Борис, который связан мной вот буквально в конце месяца. Эта игрушка связана по схеме, по бесплатному описанию из Инстаграм. Я ссылку на девушку оставлю внизу в комментариях на ее мастер-класс. Он очень понятный. Там есть, конечно, пара недочетиков по описанию, там, ну, опечатки. Но в общем и целом лисенка связать можно. Смотрите, какой милаха. Смотрите, какие у него уши, лапы. И если вязать из более мягкой, ну, вы слышите дождь, да? Из более мягкой пряжи, нежели ярнарт джинс, то он будет садиться. Ну и если ножки, конечно, не набивать, вот, наверное, от середины их нужно набивать, чтобы он хорошо садился. Но у меня лисенок гимнаст, и он садится на шпагат. Классный, да? Вязала полностью из пряжи ярнарт джинс, и этот лисенок поедет к моей маме, будет ее маленьким талисманчиком. Почему я не отдаю его сыну? Потому что глазки я покупала на безопасном креплении. Но это не безопасное, безопасное крепление, потому что заглушка легко снимается. Просто, просто снимается, и если закрыть в игрушке глазки этими заглушками, глаз можно вытащить легко, очень легко. Поэтому я, конечно, там подшаманила, но дабы ребенок мой не сгрыз глаза этому лисенку, он отправится к маме, будет ее талисманчиком и будет радовать ее и ее клиентов. А что я хочу сказать по техническим моментам, да, вязания этой игрушки? У меня уже, конечно, гораздо лучше с плотностью стало, но все равно есть небольшие просветы. Просветы есть тогда, когда уже начинаются убавки. Я постараюсь над этим работать, но пока так. И что я думаю? Я думаю о том, что они начать ли вязать игрушки на заказ. Как думаете, получится? Напишите мне в комментариях. Так, усадим нашего лисенка обратно в цветы. Сиди, охраняй. И перейдем сразу к планам. К планам, потому что процессов у меня нет начатых. У меня только в процессах вышивка, но показывать ее я не буду, потому что не хочу мешать в кучу и вязание, и вышивку в одном видео. И, пожалуй, покажу продвижение по вышивке позже. Итак, поговорим про планы. Планов много, и все они связаны с моими покупками. Да, вы заметили там гору пряжи, да? И это не вся гора пряжи, которую я купила в этом месяце. Конечно, я снимать отдельное видео не буду. Почему? Потому что, ну, не столь популярно на моем канале видео о моих закупках. Поэтому я думаю, я не буду на это тратить время, а покажу вам здесь. А покажу я вам то, что я купила. Но я кратко и заодно расскажу о планах. План на этот месяц у меня большой и грандиозный. Почему? Потому что из Ализе Cotton Gold, вот этого изумрудного цвета, цвет номер 610, я буду... Не выдержала, правда. Из нее я буду вязать плед сыну, потому что мы без пледа в кровати летом уснуть не можем. А тот плед, который у меня с желто-синими полосками связан, он очень жаркий для плюс 30. И я решила, что надо связать, точнее, мы с супругом решили, что нужно связать легкий плед, такой же большой, огромный, чтобы его хватило на продолжительные
количество времени, и я купила Alize Cotton Gold, вот этого изумрудного цвета. Буду вязать плед. Я уже выбрала узор, опять же, он из японских узоров, и я сниму мастер-класс. Да, вот это я точно сделаю, потому что в процессе вязки это будет сделать гораздо проще, чем потом снимать отдельно по какому-то образцу. Что я еще купила? Я купила, да, узнали, да, Yarnart Flowers, такая расцветочка. Ну, естественно, я, как многие, да, буду вязать из нее платок. Платок красивенный, куда я его потом дену, посмотрю. Может быть, буду сама носить, а может быть, продам или подарю. Посмотрим, поживем, увидим. Я накупила кучу, ну как кучу, мотков, наверное, 6 или 7 Yarnart Dolce. Ну, конечно же, это будут игрушки, конечно же. Это будут различные игрушки, которые я хочу связать. Может быть, я их буду продавать, может быть, я буду вязать на заказ. Я только пробую этим заняться и надеюсь, у меня получится. Что еще у меня в закупках этого месяца? Yarnart Jeans, тоже на игрушки. Их несколько мотков я заказывала, 7 или 8. Все это будет на игрушки, я все показывать не буду, потому что это займет очень много времени, и это мне нужно будет распотрошить большую коробку. Она стоит прямо вот здесь, и она очень большая. Давайте не будем. На этом мои покупки не закончились. Тот же Alize Cotton Gold, но уже в лимонном цвете, цвет номер 187, и это будет джемпер или топ, мне, посмотрю, что это будет, но я хочу себе навязать определенное количество изделий плечевых, чтобы у меня был вязаный гардероб, а то я вяжу-вяжу и никак не навяжу себе ничего. Alize Cotton, ой, Lana Cotton, это новинка, по-моему, этого сезона у Alize. Классная пряжа, она, в принципе, по скрутке ничем не отличается от всех артикулов Alize, но очень приятная на ощупь. Цвет у меня называется, по-моему, Экрю, номер 01. Ну, в общем, это какой-то такой молочный, сливочный цвет, очень приятный. У меня есть несколько задумок на эту пряжу, именно на эту упаковку, но какую я выберу, я еще сама не знаю, поэтому поживем, увидим. Вот, мои-то покупки, конечно, закончились, но не закончились. Лично мои закончились, а вот подруга у меня увлеклась вязанием из Alize Puffy. Вот такая прелесть. Мохнатая, из микрополиэстера, вот с такими петельками. Я ее не трогала практически, ну, точнее, я один раз потрогала, но мне не понравилось. Сейчас вот трогаю другой цвет уже, и мне нравится. Очень мягкая, пружинистая такая, мацательная. И подруга будет из нее вязать пледы. Почему я сказала пледы? Потому что я сейчас вам покажу количество пряжи. Меня, наверное, не видно, да? 41 моток. 41 моток хомячьего счастья я заказала для подруги. Пока эта пряжа от меня не уехала, я снимаю для вас это видео. Вот. И хочу показать масштаб катастрофы. 4 килограмма и 100 грамм. Даже я так никогда не затаривалась. Ну что ж, я хочу ей пожелать удачи, Викуля. Удачи. Я знаю, у тебя все получится. Вяжется из этой пряжи, насколько я знаю, очень быстро и интересно. Но знаете, у меня нет желания пробовать эту пряжу. И мне интересно. Мне интересно то, что у меня лежит в коробке. Пряжа на игрушки. Моя пряжа на пледы, на свитера, джемпера, но у всех свои вкусы, и я это понимаю и принимаю. Ну что ж, это были все мои готовые работы, это были все мои планы. Процессов не было.
Планы сумбурные, да, вязать игрушки, вязать плед, вязать топ или джемпер, или пуловер. Ладно, посмотрим, поживем, увидим. Главное, что я поняла для себя в этом месяце, это то, что я снимаю видео не зря. Мне пошла обратная связь, это очень приятно. Даже если эта обратная связь выражена дизлайками, это все равно очень приятно, потому что я вижу реакцию зрителя, я понимаю, над чем мне работать. Это классно, я зажглась этим делом. Я буду снимать для вас еще видео и мастер-классы тоже. И будем работать. Ну что, друзья, это были все мои готовые работы. Это были все мои покупки. Планов у меня громадье. Я хочу снимать мастер-класс на пинетке, на узор по пледу. Я хочу вязать кучу игрушек, потому что пряжа у меня на них пришла, и у меня море идей. Я открыла для себя мир игрушек. И оказывается, так много свободных описаний, да, бесплатных, так что можно брать, вязать и радоваться этому. Я буду с вами прощаться, желать вам всего хорошего, хороших идей, солнечной погоды за окном, а не того безобразия, что у нас. Даже мой кот убежал под диваном, мне его не могу я вам показать его, потому что я его оттуда не достану, наверное, даже шваброй. Так за окном пасмурно и хмуро. Ужасно. Ладно, погода наладится, все будет хорошо. Лиз Борис желает вам удачи и ровных петелек. Всем пока-пока. И да, не забывайте подписаться на канал и поставить нам лайк. Пока!